Так, всем привет, народ. Сегодня получил посылочку с Nokia. Nokia 6700 Gold. Такая вот у нас черная коробочка вышла. Nokia 6700 Classic Gold Edition. Так, вот такие вот надписи там всякие есть. Такие стены, значит. Так, сейчас откроем, посмотрим. Что-то у нас сам телефончик. Тут поставка у нас зарядное. Так, это у нас чехол. Тут наушники есть. Такие вот вакуумные. С запасными ушками. Так, диск, ману, шнурок есть и USB кабель. Ну и все, больше ничего. Ну, собственно, сам телефончик. Посмотрим. Такой вот у нас весь в пленочках. Выглядит солидненько. Такой хороший аппаратик. Конечно. Сейчас мы его включим. Так, у нас прожужжал. Сейчас посмотрим, что у нас там. Так, русский язык уже стоит. Сейчас надо это подтвердить. Такой вот у нас аппаратик вышел. Так, тут что-то режим, темно, подсветка, световые эффекты какие-то, дисплей, фоновый рисунок, режим ожидания, светодиодные очки. Вот у нас Nokia. Так, сейчас посмотрим. Тут. Звездочка, решетка. 4.0. Решетка. Вот у нас инфа по телефончику. Так, ну, фокусируйся. 6700 Classic, Nokia, вариант, OneWatch. 470-я прошивочка. Вот такой вот у нас, значит, телефончик пришел. Все, всем пока.